Вновь всех приветствую, кто сейчас нас смотрит. Действительно, вы можете увидеть, что в первую очередь это портреты. Здесь вот Николай Караченцев, Леонид Филатов и многие-многие другие артисты, и не только советские, но еще и зарубежные. Мы их увидим чуть попозже. И всего здесь будет представлено более 40 работ. Но о том, как появилась эта выставка здесь, в нашей краевой библиотеке, нам расскажет Евгения Андреева. Она специалист отдела литературы по искусству библиотеки. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, просто, как пришла такая идея вообще, в принципе, собрать их все здесь, эти работы? Выставку подарил Год кино, он близится к своему концу. Было достаточно много интересных встреч с артистами советского, российского кино. А Микола Гнесюк очень хороший, очень добрый человек, великолепный фотограф, выдающийся фотограф, который 40 лет работал как раз в отечественном кино. Снимал, делал репортажи с киносъемок и был выдающимся мастером портретного фото. Поэтому вот эта выставка как бы резюмирует, подводит итоги года кино в нашей библиотеке. Потому что здесь самые любимые нами киноартисты, снятые глазами очень доброго, очень хорошего человека, который умел расположить к себе артистов так, что вот его глазами мы видим их такими добрыми, красивыми, какими-то немножко домашними, да, семейными, не в образе, а видим человеческую суть, видим человеческие глаза в портретах Миколы Гнесюка. Он 40 лет работал в советском экране, очень многие знают, помнят этот журнал, культовый своего рода журнал. Он был одним из трех основных фотографов советского экрана. Он в детстве пережил страшную нищету украинской деревушки. В 14 лет оказался в Риге, стал воспитанником Рижского духового оркестра. А потом, ну, не смог он по состоянию здоровья быть военным музыкантом. И однажды выиграл конкурс на замещение штатной должности фоторепортера в советском экране. Оказалось, что он там работал более 40 лет. Было три основных фотографа: Валерий Плотников, Игорь Гневашов и вот Микола Гнесюк. Так он себя называл, так называли его кинематографисты. А еще вот я знаю, что есть одна из фотографий, которая связана лично с вами. Давайте до нее дойдем. Расскажите эту историю. Очень люблю вот эту фотографию Ларисы Шипитько. Собственно, я ничего не знала. Я когда-то там в детстве, в ранней юности увидела в магазине книжку. И на обложке книжки было какое-то вот, мне тогда показалось, космическое совершенно лицо, вне времени, вне быта. Очень строгое, черно-белое такое лицо, явно не актерское, нет вот этих актерских особенностей, да, нет яркой мимики. Я ничего не знала про этого человека, но вот как-то прочитала, узнала про нее все. Лариса Шипитько, кинорежиссер. К тому времени она уже погибла в автомобильной катастрофе. И мне тогда показалось, и сейчас, когда я вновь увидела эту фотографию, через много лет удостоверилась, что Микола Гнесюк сделал для Ларисы Шипитько, наверное, великое дело. Он душу нам ее предъявил, да, сфотографировал ее так, что Илья Мкнимов говорил, что эта фотография сродни классической живописи. Слушайте, очень действительно интересный рассказ. И действительно, всем я настоятельно рекомендую, на самом деле, прийти сюда, в краевую нашу библиотеку центральную. Можете увидеть, что здесь работы все размещены так на целую стену большую. Вот, поэтому, может быть, и вы в том числе увидите какой-то из портретов, и он такую же историю вашей жизни потом и раскроет. Поэтому обязательно приходите в научную библиотеку.